Короче, мы сейчас собираемся ехать. Вот я, вот он стоять будет, да? А я вот сюда сажусь, и мы поедем. Да, ты будешь, он будет снимать путь, как он едет. Я думаю, это будет... И я буду орать. Так тут ничего не понятно, тут просто я еду. Нифига себе непонятно, блин. Вот так вот все понятно. А погода! И меня сейчас лужа обрызгает. О, кстати, прикольная съемка вообще. Я тебе о чем и говорю. А куда мы едем с пяточком? Большой-большой секрет. Около тебя небо светлеет. Около тебя мир зеленеет. Около тебя я понимаю, что счастье есть, когда ты здесь. Да-да-да. Ой-ой-ой-ой. Ой! Доброго времени суток, с вами Naked or Street Pirate X. И сегодня я еду в Казань! В общем, сегодня мы будем снимать влог. Удачи не засмотреться. Заваривайте чаечек и погнали. Еду, чтобы встретиться и от души повеселиться с моими друзьями Костей и Жорой. Надеюсь, что хоть в Казани погода другая. Наступил день съемок. Я проснулся. Чуть не проспал. Ну все, ребята. Я готов. Всем привет, ребят. Короче, мы все... В Москве уже? Да. Сейчас давай. Поедем на почту К, встретимся с Некитом, поедем на горки, станции метро, потом танцевать, вот так. Давай станции-ка. Ага. Почти, да-да-да. Да-да-да. Давай, скажи что-нибудь смешное, чтобы в влог зашел. А что сказать? Я не умею шутить. Не шути, просто что-то сделай невероятного качества. Подумай. Что мне нужно будет сделать? А, привет. Тебе нужно будет снимать нос. Да. Ага, нифига, GoPro. Да. Десятая? Да, да, десятая. 15-я. Pro Max. Мы приехали на горки, сейчас отсюда должны добраться до Меги, еще думаем пока что как. Да, кстати, погода в Казани, словно в челнах, вообще никак не изменчива. Ужасная погода сегодня, ужасная. Ну почему же ужасная, просто дождик, депрессивненькая такая, ряды инсайдер. 45 минут. Ага. Мы, в общем-то, немножечко заблудились, немножечко поездили на автобусе с зайчиками, кроме Айдара. Айдар платежеспособный, в отличие от некоторых. Вот, а сейчас мы приняли радикальное решение идти фиг знает куда. Короче, куда глаза глядят. Куда? Медленно пойдем. Но, подожди, это радикальное решение идти фиг знает куда до Меги. Так, ребят, мы разделились, в общем, разделились с пацанами. Мы сейчас, короче, приехали на метро, считай, на горки, вот, и они, короче, по другому пути пошли, я им говорю, вот, нам туда надо, типа, вот, я по навигатору иду, он меня ведет, типа,
через дворы, чтобы сократить как бы короткий путь. А они вообще в другую сторону пошли. В общем, посмотрим, кто из нас быстрее придет. Но я уверен, что я приду быстрее, потому что, опять же, я уже срезал путь. Мне осталось минут 30 идти где-то. Вот. И по-любому я более чем уверен, что я приду быстрее. Кто быстрее придет, Ваня или мы, нам надо попасть вон туда, на проспект. Ну, короче, вы увидите. Да. И теперь нам надо понять, как туда попасть. Ну да, как нам туда попасть и что нам с этим делать, и как нам с этим вообще жить, в общем-то. А есть, кстати, вот метро. Возможно, мы можем зайти в метро, выйти там, перейти снизу. Кстати, да, вот так оно и есть. Современные проблемы требуют современного решения. Там вообще какой-то лабиринтик. Ищем нужный путь для современного решения проблемы. Что вы скажете? Я не знаю, куда мы идем. Я тоже не знаю, но я очень полагаюсь на идеальное решение. Вот вся ответственность в твоих руках. Возможно, мы выйдем сейчас оттуда же тут. А нет. По-моему, мы смогли. Мы видим окно, выход в окно. Так, в общем, мы обратно переходим на другую сторону снова. Немножечко загнались, но я даже сказал, что это удача. Так, а как там дела у Ванька вообще? Короче, ребят, я уже подхожу. Вот буквально вон там, мега. Вот за этими домами. Короче, очень рядом уже все. Мне минут 10 осталось. Удачи. Так, у нас начинается внезапно. Получается, звонил Ваня. Говорит, что быстрее дойдет. Внезапно началась гонка. Место съемок. Кто быстрее дойдет до ТЦ. Если что, получается, мы сядем в такси и доедем. И скажем, ну ты, Ваня, долгий. Вот такая вот гениальная стратегия. Ну, что сказать, через 4 минуты приедет такси. Хлеб всему дуала. И тут, например, да, остановок вообще никаких нет. И у меня еще лагает экран. Так. И что? И куда они едут, все интересно? А прикинь, он свернет, это вообще жесть будет. Дебилы, короче, нет, чтоб со мной пойти, сейчас бы уже вместе подходили бы к Меге. Они пошли, во-первых, опять же, непонятно откуда, непонятно куда они пошли. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Это реально мини-фильм. Последний кадр был то, что я вызываю такси, правильно? Так. Что бы вы думали? Я его отменил. Потому что мы перешли на другую сторону. И я увидел там самокат один. А там 42%. Возможно, этого даже не хватит, чтобы мы доехали. И он один, и мы будем вдвоем катиться на самокате. Есть! Он не бронируется. Забронировался. Прекрасно. Теперь надо понять, куда нам ехать. Ну, как говорится, без труда птичьего помета не взлетит птица из гусеницы в мотылька. Итак, до чего же мы догадались? Добрались до второго самоката. Теперь надо добраться до самой Меги. Ага. Надеюсь, мы не запутаемся на этот раз. Ну, как говорится, сколько палок в колеса не вставляй, колеса все равно едет, и караван, он как бы от собаки независим.
Так, я сам не туда пошел. Короче, они пошли, опять же, непонятно куда, в другую сторону вообще. Потом сели на автобус, но уехали совершенно в другую сторону, блин. Я думаю, ну дебил, а. Короче, как я и говорил, я приду быстрее. Вот, в общем-то, увидимся в Меге. Итак, экстренное включение. Я уже весь промок, мои кроссовки все в грязи, но мы продолжаем идти. Айдар, ваше мнение? Осталось, давайте глянем, сколько осталось. Нам звонил Ваня, раньше. Ну, 50 где-то, 50. Яндекс не включается, потому что экран весь мокрый, я тоже весь грязный. Пытаюсь посмотреть, сколько идти. Смотрите, вот мы, вот Мега, типа, не очень много реально. Ебой. Так, ну теперь, как говорится, сколько домов не скрой, а крышу ты так и не получишь. Итак, спустя тысячи лет мы наконец-то добрались до Меги. Дождь в это время вообще никогда не прекращался. Ни на одну секунду. А вот и автобус, который, кстати, привез прямо до Меги. А мы вышли. Примерно что сегодня произошло? Здравствуйте, поснимали в итоге? Ну, этот... Чай горячий. Дома обязательно надо будет. Чек-чек, экрингана ошибся, так и... Чай, блин. По-русски? Сыт? А по-русски можно? Чай, блин. Сыт? Сыт? Пицца полгана или ахарасы? Экрингана ошибся, нормально. Так, мы приехали в Корстен и находимся сейчас в зале, в котором выступают Айдар и Ванёк. Ну как выступают, они тут учат детей, но... Преподаем. Пофиг, в принципе, да? Преподаем. Пофиг, в принципе, да? У нас тут кулер. Ром кулерчик небольшой. Берёшь такой? Пам стаканчик. Пам, берёшь. Наливается водичка. А красная горячая выйдет? А, надо подключать его, чтобы горячая. Вот это технологии. Ну или что еще покажете? Ну как бы, вот у нас тут колонки, откуда музыка. О, а тут получается дополнительное освещение, да? Да. Ну как бы, что тут показывать, ничего такого. Как бы вот только место тут. Зарядка нужно зарядить. А тут мы... И сегодня новый день, и мы продолжаем снимать влог, и... Ваня, поздоровайся. Здравствуйте. В общем, сегодня у нас в планах пойти к Корстену, поснимать там всякий интересный движ. В общем, вы все это увидите, заметите, запечатлите своими глазами. Мы, кстати, вообще вот эту вот открывашку почти не делали никогда. А зачем мы тогда закрывали? Переход. Как переход делать? А, ну, в принципе, можно затемнение ставить. Ладно, это... Фигня. Короче, сегодня новый день, сегодня целый день будем снимать, офигеть, мы сейчас все приготовили, короче, всю аппаратуру, блин, вот сейчас потихоньку разбираемся, где что, я не знаю, Никита там, по-моему, за 350 тысяч камер купил на Авито какую-то, сейчас будем снимать, целый день, 10 часов подряд челлендж. А на самом деле, у меня индивидуальное, у Вани индивидуальное занятие, Никите надо уже домой ехать. Ну ничего, короче, в итоге мы прикольно так снимали, получается, целый день. Ну, сколько, 2 часа, 2,5. Вот. Ну, в принципе, хватило контента. Я думаю, вам тоже было очень весело смотреть этот невероятный влог, в котором было весело. Отпускаем Никиту домой. У меня сейчас через 5 минут индивидуальное. У Вани сейчас ничего. Погнали. И... Встретимся с вами на следующем влоге, в котором мы поедем в другой город и не будем ничего понимать вообще, где мы находимся, и будем просто путешествовать через скобку. Скобку. Ну, как говорится, без труда не вы... Да, вот такое лицо. Это лицо Вани, потому что он не знает, что мы в другой город поедем когда-то в ближайшее время. И он снимает на 0.9x вместо 1x. Вот смотрите, 0.9. Вот он 0.9x вот так вот снимает, да? И смотрите 1x. Я приближал, отдалял. Чё? Смотрите, кстати,
Кто первый придумает вот его вот этой бороде название, получит 150 рублей на счет. Конкурс. Отлично. Все, давайте завершаем влог. Ваня, выставляй ботинок. Завершаем влог.